Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси и мой товарищ The Dog Father. Всем здорово. Сегодня мы продолжаем играть в игру SWAT 4. Это четвертая миссия. В данной миссии нам нужно зачистить клуб от белых и латиносов, которые устроили между собой перестрелку. Также нужно эвакуировать заложников и сообщить о раненых гражданских, которые находятся на территории клуба. Как обычно, поначалу поговорим о снаряжении и отправимся вперед. В основном я возьму МП5 с глушителем и с полуоболочными пулями. В личном я возьму Глок 17, в тактическом я возьму ГАЗ, светошумовую гранату, шоковую гранату, аэрозоль и зонт, специальное спецружье, в защите возьму противогаз и легкую броню. Что возьмешь ты, Саш? Из основного оружия я выбираю М4 с летальными пулями. Также из личного оружия предпочитаю тезер использовать в этой миссии. Тактическое. Возьму пару блокираторов, шок-гранату, светошумовую гранату и газ. Где этот газ? Вот он. Из специального возьму дробовик, чтобы выбивать двери. Ну и шлем возьму. Ну если ты берешь газ, возьми, наверное, противогаз. Думаешь? Ну как же мы будем заходить? Если пуля в голову прилетит, то я труп. Ну ладно, возьму противогаз тогда. У меня будет два блокиратора. Но не будет аэрозоля. Ну аэрозоль вроде у меня. Если кто-то будет рыпаться, я буду из тезера. Хорошо, поехали? Да. Так, сейчас я включу твой экран. А, точно. Че, пошли? Давай. Смотри, там сразу дверь идет слева, открытая. Чисто. Гражданский ранен. Вас понял. Бля, братишки, прилетело. Так, блин. Как пойдем? Посмотри под эту дверь, что там. Я тут открою. Сейчас я пока, блин, достану эту хрень. Так. Сразу перед нами, в дальнем этом, короче. Далеко от нас возле двери стоит тип с оружием. И все, больше пока никого не вижу. А что там? Типа... Что за комната? Короче, большой зал, справа сцена, слева подъем на этот. Короче, невыгодно с этой стороны заходить. Я закрою блокиратор. Там тип стоит. Полиция, руки вверх! Поймал его. Полиция, бросить оружие! Я ни в кого не стреляю. Я прикрою снизу. Подозреваемые в наручниках, можно забирать. Посмотри, что за эти двери. Сейчас. За вот этой. А, снизу. За нижней, сейчас. Да. Что-то она мне не нравится. Да что такое, блин? Где там, блин, мои... О, вот он. Значит, сразу перед нами, как заходим чуть-чуть справа, будет гражданский на коленях стоит, и рядом тип с оружием. Короче, можно газ кинуть и зайти. Хорошо, я кидаю газ. Я выбиваю тогда дверь. Или она открытая? Нет, походу не открытая. Попробую сейчас открыть, если... Давай. Блин. Поддохни нам, что ли, кину? Полиция! Бросить оружие! Все на колени! Гражданский без подозреваемого готов к вывозу. Оружие, где я его?
Я забрал. А, забрал. Тут еще одна дверь. Вот, сейчас я это закрою. И щипцы, блин, постоянно будут вот так. Ага. Это тот большой зал. Значит, прям, прям перед нами стоит один с оружием. Вижу гражданского, а слева, там, где раньше за двери стояли, угол другой я не вижу. Короче, ну можно зайти. Ну, смотрим сразу. Короче, давай так заходим. И даем гранату. Ты смотришь на того, кто перед тобой. Я захожу немножко на лестницу, смотрю, кто слева. Но сильно вперед не вырывайся. Хорошо. Так, что там? Давай, может, ему что-то кинем. У меня гранаты нету. Давай я дым кину. Открывай. Готов? Да. Ты по левой стороне, я по правой. Вправо ушел, вправо ушел. Бросить оружие! Брось пушку! Быстро! Не стреляло! Руки вверх, быстро! На колени! Руки вверх! Выполнять! Тут две двери. Блокиратор есть? Есть. Поставь куда-то на одну хотя бы. Прикрывай, я вижу их. Давай, я пока. Я пока двери посмотрю. Продолжайте выполнять задание. Подозреваемый задержан, можно забирать. Понял вас. Оставайтесь. Гражданский готов к эвакуации. Так, давай. Зачем вы меня задержали? Транспорт на подходе. Стой. Я думал, вы нас спасете. Не оставляйте меня тут. Сверху. Надо посмотреть, что под одной дверью. Тогда ты пока смотри на другую дверь, чтобы ее не открыли и меня не убили, пока я посмотрю. Угу. Все чисто. А эти двери, они в одну эту ведут. Можем выходить. Ага. Черт. Бросайте оружие! Брось пушку! Быстро! Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Сука. Полиция, бросить оружие! Блин, попал. Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Я низ прикрою пока. Хорошо. Слышал голос? Давайте спрячемся. Слышал, слышал. Они, наверное, на втором этаже. Есть гранаты? Есть. Стой, давай я снизу блокиратор поставлю. Да, они здесь, наверху. Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Полиция, руки вверх! Саша, аккуратно, там еще могут быть. Забрал ствол. Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Поднять руки вверх! На колени, быстро! Все на колени! Быстро! Там один. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Сейчас. Поднять руки вверх, встать на колени. Брось. Я забрал. Подозреваемый у нас. Готов к вывозу. Я пойду тебя проверю. Бежи. Сзади прикрою, там они не откроют, там блокиратор. Подозреваемый в наручниках, можно увозить. Понял вас. Руки вверх! Гражданский в норме. Забирайте. Подозреваемый арестован. Поднять руки можно вверх! Увозить. Встать на колени! Еще один вот здесь. Че, допрыгались, клоуны? Подозреваемый. Полиция! Руки вверх! Можно забирать. Понял вас. Продолжайте выполнять задание. Блин, я когда его увидел, я с перепугу начал стрелять сразу. Ну, не этого, а до этого. Угу. Так.
А, ну мы тут более честно. Что там по заданию? Спасти всех, обезвредить преступников. Еще есть. Мы тоже были. Мы не были, по-моему, в правой двери. А, она так открывается. Ну да, вообще впереди там. Вот, да-да-да, вот здесь. О, тут вообще куча дверей. У меня тут раненые, нужно вывозить. Понял вас. Позвоню медикам. Давай, куда пойдем? Ладно, прикольно. Сейчас я посмотрю, что там есть. Есть пострадавший, нужны медики. Так, вижу. Понял вас. Вот медики здесь. А, сразу перед нами, короче, гражданская, ближе к нам, и дальше нее стоит тип с оружием. Есть какие-то гранаты? Гранаты есть, у меня нет. У меня аэрозоль. Нет, все, у меня сейчас, ничего нет. Сейчас, подожди, я проверю. Я пустой. По гранатам. Я тоже. Ну сейчас, подожди, может просто зайдем с двух сторон разных сейчас. Что если открыть дверь и я сразу стреляю? Подожди. Короче, сейчас откроем двери с разных сторон. Я здесь, а ты... Ой, точнее, ты тут, а я справа зайду. Кто первый заходит? Оба заходим сразу. По ситуации, короче, смотри. Готов? Подожди, здесь дверь открыта или нет? Не знаю. Может, наверняка, чтобы... Подожди, давай я... взломай, да, взломай, попробуй вскрой. Взломать. Ты тоже вскрой. Угу. Если она... Просто если она открыта, ой, закрыта, затупим. Ну да, это будет провал. Я сказал, готов. Провал всех провалов, провал. Я тоже готов. Жди. На счет три, считай. Раз, два, пошел. Тихо-тихо. Короче. Он сопротивлялся. Я по камере видел, ты гражданский. Он тяжело ранен. На колени, быстро! Вас понял. Здесь тяжело ранен, пока еще дышит. Забрал его оружие? Да-да-да. Сейчас я... Еще двери смотрю. Тут куча дверей. Гражданский в безопасности, высылайте машину. Понял вас. Все будет сделано. Давай здесь дальше до конца проверим уже. Я потерял. В этой комнате. Смотри, вот одна дверь и с той стороны еще одна. Угу, сейчас давай здесь проверим уже до конца. Иди сюда, зайди. Прикрой меня, пока я буду вот смотреть херню. Угу. Тут мы вроде были. Гражданский ранен. Нет, не были, понял. Медики на подходе. Куча крови, а никого нету. Штаб, эта группа захвата с детьми сложно. Мы движемся медленнее, чем рассчитывали. Продолжаем выполнять задание. Вас понял. Оставайтесь на связи. Дверь мы тут были. Да, дверь блокирована нашим же блокиратором. Впереди дверь. Угу. Я обойду с другой стороны. А, да, здесь есть. Иди ближе, сюда. Ближе к тебе или ближе ко мне? Получается, я вот смотрю справа один сразу. Ага. Сразу же справа, в углу. И другой ага. За столом. Но за столом я не вижу. Тоже стол, он тоже перед нами, но далеко. Тупо прямо. Но я не вижу, там бандит или не бандит. А вот справа точно с пушкой стоит. То есть, если я с той стороны зайду, я могу стрелять в него? Вот, если ты с той стороны зайдешь, получается, сразу слева от тебя будет тип стоять. Сразу. Давай сейчас вскроем двери. Он будет или тупо перед тобой, или немножко слева. Я вскрыл. Я вскрыл. Ну я готов. Я тоже. Поехали.
бросить оружие! Меня убили. Сразу справа, за столом. Полиция, да, вот там. На колени, руки вверх. Руки вверх. Справа, справа, вот справа. А тот уже пушку не возьмет. Нет, он может быть. Полиция, на колени! На колени! Сообщи, что я ранен. У нас труп. Смотри, какое. Добрый вечер. Мы тут отдыхаем. Да. Прям это создание Адама. Да. Похоже. Подозреваемый задержан. Собирайте. Вас понял. Жду вашего сигнала. Все, здание выполнено. Поднять руки вверх, встать на колени. То есть это была последняя комната, где я обосрался. А что, теперь все? Не знаю, задание выполнено. Посмотри по заданию, что там еще. Все выполнено. Далее нажать? Ну, наверное, да. Как ты задание смотришь? Escape. Подожди, докладов штаб 21 из 23. Угу. Наверное, кто-то еще в этих дверях застрял. Нет, мы не доложили о ком-то. О двоих людях. Ну, наверное, кто-то раненый лежит. Или раненый, или мы кого-то связали, но не доложили. Может быть. Короче, ходи и всех проверяй. Иди с нашей последней точки. А мне это доложил, да? Угу. Ну хотя я в сделку не входил. Поэтому обо мне не зовут, ты не должен был падать. Нас же. А его разве можно убрать? Да. Но потом обратно его поставить нельзя. Кажется. Да, нельзя. Ты там еще одного наверху не проверил. Этого? Угу. Странно. Ну, блин, я даже... Доклад даже... штаба 21 из 23. Задание выполнено. Какие мы были аккуратные ребята. И я на последней комнате, где два жмура уже, грубо говоря, сидела, это ж надо было так провалиться. Мы отсюда зашли. Интересно, здесь мы могли проебать, а? Тут ты был. А для этого, который лежит в доме, сообщал, да? Да. Из-за этого? А вот еще двери. Есть раненый. Вот. Готовьте медика. И еще один. У меня тут раненый, нужно вывозить. Все. А, все. Все.
The Dog Father затащил каточку. Затащил просто. Нашел всех раненых бомжей. Видите, если б я не погиб, может быть, было бы больше, чем 83. Но 83 это уже тоже, в принципе, неплохо. А вон... Звание сержант. Да, ну, могли бы и лучше. Но ничего. В следующий раз постараемся, будет получше. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Смотрите наши другие видео. Если кто-то хочет с нами покатать в SWAT, пишите в комментарии. Что-нибудь придумаем, созвонимся, поиграем. Всего хорошего. До скорых встреч. Всем пока.